Всем привет! Мы выбрались сегодня на дачу поискать грибов, пособирать витамины, шиповник. Нашли кустик один небольшой. Вот тут сады. Сейчас зайдем, может, яблочек посмотрим. И пособираем шиповник. Так что, смотрите, будет интересно. Первый подосиновик. Смотрите, как же он красив. У нас его нашла Татьяна. Вот. Давай, забирай. Выкручивать-то можно? Ну, можно, да. Как выкручивать? Так вот, таски уходят. Ничего себе, он глубоко сидит. Отличный. Просто. Просто чистый. Шикарный. С первым грибом нас. Ладно, смотрите. Я думаю, мы, может, еще найдем. Не один. Грибочек. Так, ребят, тут очень много вот таких вот грибов. Вот. Краснотой чуть-чуть отдает. Я не знаю, как это они называются, но их очень много. Вот они прям. Очень похож на белый грусть. Но белый грусть краснотой не отдает вот такой. Смотрите, в садах просто куча яблок. Народ в Москве покупает по 100 рублей за килограмм. А здесь, пожалуйста, на яблоне сколько их. И кругом вот они валяются, кругом. Куда не посмотришь, везде яблоки. И вот этот вот гриб. А мы ищем грибочки. Но пока просто ходишь чуть ли не по яблоку. Другому все осыпалось. Вон прям, не знаю, какой слой конкретный лежит. Они даже очень вкусные, кстати. Прям можно с дерева собирать. Но их не так много, как мне кажется. В этой области они еще массово пошли. Просто смотри. Все яблоки. В другом вот просто. Сады все завалены. Никто не собирает. Никому не надо. Хоть мухоморов вам покажу. Таких грибов нет, можно сказать, практически. Яблоки кругом, куда ни посмотри, везде яблоки. Смотри. Просто. Ребят, смотрите, а где он спрятался среди яблочек. Вот и второй грибок в нашу копилочку. Вот он какой красавчик. Будет у нас сегодня жареная картошечка с грибочками. Ладно, ходим, бродим, тоску наводим. Сейчас. У нас очередной грибочек.
Сегодня будет жареха. А? Ну, давай, красавчик. А? Хороший какой. Боровичок. Палец вверх. Не забываем подписаться. Ладно, ходим дальше. Вот еще один красавчик, ребята. Ну, я думаю, жареха у нас сегодня будет. Да. Вот. Сейчас немного походим, еще наберем, думаю. Вот. Ребята, у меня очередной красавчик. А ведь спрятался. Ой, типа, я не я. Меня никто не видит. Вот. Фух, хорош. Давай пройдемся по дорожке, по лесной. Может, еще какой-нибудь встретим под березочка. Вот, смотрите, три красавца. Раз, два, и вот он третий. Три. Сегодня жареха будет обалденная. Причем я здесь сегодня проходил уже. Вот они какие красавцы. А? Петрович молодец. Наконец-то грибы. Как я долго этого ждал. Вот еще один, ребята. Вот еще один. Вот они только появляются. Красавчики. Смотрите. Вот таких два. Красавчика. Здесь вам видно. Вот такие я люблю собирать. О.